Ворота страны разбитые, ободранные, с допотопными туалетами, иногда и вообще без них. Так выглядят украинские КПП на западной границе. Именно их первым делом видят иностранцы, которые въезжают в Украину. А недавно увидел и глава МИДа. Павел Климкин назвал картину тотальным ужасом. Марина Коваль тоже побывала на пунктах пропуска. Смотрите ее сюжет. Пункт пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе. Разбитая дорога, разрушенное админздание за забором, биотуалеты, в которых нельзя даже руки помыть. Это то, что видят люди, въезжая в Украину. Все начинается с туалета, как говорил профессор Преображенский. Да, вот. Зайдите, где тут туалет? Туалета нету. За состояние пунктов пропуска отвечает таможенная служба. Чиновники говорят, долгие годы в бюджете не было денег на реконструкцию. В 2013 году удалось выиграть европейский грант на ремонт Ужгорода. В пункте пропуска даже плакат повесили. Правда, на нем написано, что работы должны завершить еще в конце 2015-го. Сорвал план подрядчик. Это товариство за межной ответственности «Укрсторресурс». І вони розпочали реконструкцію, їм було виплачено аванс. Вони не справилися з часовими параметрами реалізації проекту. Закарпатская таможня выделила фирме 12 миллионов гривен аванса. Та провела работы приблизительно на 4 миллиона. Оставшуюся часть денег возвращать не хочет. В прокуратуре открыли дело. Йдеться про субъекта предпринимательской деятельности, который, ймовірно, заволодів грошима. Призначено будівельно-технічну експертизу. Без результатів цієї експертизи ми не можемо рухатися, в принципі, дуже по цій справі. Мы связались с этой фирмой, но от комментариев там отказались. А тем временем срочный ремонт требуется еще на нескольких пунктах пропуска. Министр иностранных дел Украины побывал на КПП «Лужанка» и был шокирован. Це, звичайно, тотальний жах. Що ми бачимо з угорської сторони, повністю облаштований. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. На таможні уверяють, що реконструкцію пункту пропуска «Лужанка» проведуть в ближайшие два года. Що же касається КПП «Ужгород», то обіцяють все отремонтировать в следующем году, если уголовное дело не помешает. Марина Коваль, Юрий Ковальов, подробности, телеканал «Интер», Закарпатская область.